4 августа по инициативе УМВД России по Смоленской области состоялось открытие правоохранительной патриотической профильной смены «Патриот». На этот раз 52 подростка собрались на базе детского оздоровительного лагеря в Смоленском районе. Лагерная смена «Патриот» организована для трудных подростков, детей, которые по разным причинам оказались в непростых жизненных ситуациях. Ее цель – дать ребятам возможность вырваться из привычной среды, организовать досуг ребенка, воспитать в нем чувство патриотизма и помочь избежать неправильного выбора во взрослой жизни. С каждым годом преступность несовершеннолетних очень достигает высоких показателей. Пытаемся снизить этот уровень, подарить детям добро, научить детей коллективу, чтобы дети были собраны. Предстоящие 14 дней в оздоровительном лагере будут насыщены событиями. Для ребят подготовлены интеллектуальные и спортивные игры, мастер-классы, различные психологические тренинги, экологические и социальные акции. Также к работе с детьми присоединятся работники различных правоохранительных структур. Ждем сотрудников представителей ГРОМ, ждем кинологов, чтобы дети очень любят собак, хотят посмотреть, как наши громовцы очень красиво выступают. И много детей, желающих стать потом в последующем сотрудниками полиции. Сотрудники внутренних дел надеются, что благодаря их работе дети смогут найти друзей и вернуться домой, переосмыслив свои прошлые поступки.